Всем привет! Меня зовут Максим, и сегодня мы продолжаем формат «Топ-10 фактов, о которых вы, вероятно, не знали». Сегодня мы поговорим о рэпере, который может на изи батлить любого, который делает невероятно трогательные и личные песни, и все вы его прекрасно знаете. Это Рем Дигга. У меня на руках кровь, немало по лесам, сам нарубал дров. Да, проблема с головой, мне самому въебали топором, мы подрубили много вольт. Поехали. Рем Дигга – любимый рэпер Мияги и Энди Панды, он же Эндшпиль. В интервью 2018 года порталу The Flow Мияги сказал, цитата, «Рем Дигга – это исключение, это даже наша мечта была – записать с ним трек. Они невероятно крутой дуэт, точнее, трио». В треке «Под неожиданным углом», который писался под 17-й независимый батл, Роман впервые рассказал о трагедии, которая случилась с ним. Сверху свалилась драма, как с карниза сам я. Была ли там стропила слабо, или просто так было надо? Похуй, браза, мне мысли все эти толку мацы. Пять операций, карцер, хламину разбита, мой панцирь 20. Его любимый жанр в кино – это вестерн. Роман знает все топовые фильмы, начиная с 70-го года. Существует клип на трек «К тебе», который Роман не захотел публиковать. Его сняли, смонтировали, показали, и Роману что-то не понравилось. А жаль, это один из моих любимых треков у него. Птицы полетят скоро на юг, от холода и в юг, голода и бурь, а я же буду тут опять один, тебе слово даю. Рем Дигга максимально неравнодушен к ситуации, которая сложилась на Украине. Человека, который неоднократно бывал на Донбассе, в самых горячих его точках, в том числе и в Донецком аэропорту, это Рем Дигга. Встречайте. И это понятно, потому что его эта трагедия коснулась лично. Роман живет в городе Гуково, что на границе с Украиной. И это дало свой какой-то отпечаток. Свою позицию на этот счет он не раз высказывал, но пронзительнее всего у него получилось в треке «Почему дрожит осина». Мама вам рубахи шила, мы с вами поле бирюзовое делили поровну. Я верил вам, а вы того не заслужили. Я, в принципе, живу очень близко от войны, но в любом случае я далек от войны, ввиду каких-то обстоятельств. Перед каждым выступлением на сцене Роман испытывает сильный стресс. И я сейчас вспомнил его первое выступление публично. Это было на концерте Smokey Mo, когда Романа запись шла на проекторе. Затри, сука, себе все эти чеки в десну, и предлагай мне полосу, черт, я полосну. Что означает цифра 42, о которой он так часто говорит? 42, шухер, ра-та-та, темная вода. Плачешь, плачешь, удина, дальше глубина. Оказывается, это его район, в котором они 16-летними пацанами создавали свою рэп-группу в родном Гуково. Лучшее увлечение для Романа – это книга. И в интервью одному из судей «Семнашки» Роман сказал, что сейчас он читает «Кинга». Почему крокодил? Он сам не помнит, потому что это было очень все давно. Но крокодила как животное Роман уважает как достойный вид хищника. Куплет на супер-хит, который уже перевалил за 400 миллионов просмотров, который записан совместно с Мияги и Эндшпилем. Улыбнусь в тишине и скажу просто, иди ко мне, солнце, расцветай кос. Куплет на этот трек Роман записал буквально за пару суток, так как демка, которую ему прислали парни, очень сильно понравилась. Вот такой выпуск получился. Спасибо за ваш просмотр, комментарий, лайк. Я безгранично вам благодарен. Пишите как и положительные, так и отрицательные отзывы. Напишите в комментариях, на кого бы вы хотели, чтобы я собрал следующие 10 фактов. Я постараюсь их нарыть для вас. Спасибо, что смотрели. С вами был Максим. Пока!